We'll be right back.
Так, 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 Санёк заходит. Алло. Ни хрена себе явился. Здорово, Санёк. Блять. Привет, грузин. Груз зацеплен. Удачной дороги. Тебя добавил локануть, так что все нормально. Just hold on.
Один. Грузин, тебя добавила конвой. Каспер, ты меня слышишь? Слышу, слышу. Алло. Ты меня слышишь или нет? Ты заебал нахуй. Каспер, ты меня слышишь? Алло, бля. Блять, заебал нахуй, ебучий Дискордс, блять. Алло, 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 алло. Слышно? Алло. Слышно? Каспер. Что за нахуй? Меня слышно ли? Скажи что-нибудь. Слышно меня или нет? Блин, сейчас настроим, может, Дискорд еще надо настроить, подожди. Алло, алло. Меня слышишь или нет? Да, слышу. У меня тут было сбой. А, сейчас слышишь, да? Да. Да, слышу. У меня просто материнка накрылась. Пришлось ставить старую печать. Все, надо по новой настраивать. Понял, понял. Короче, кануть я добавила. Ты можем ехать. Давай.
Рули. Сейчас, секунду. Газуй. Газую. А что, у тебя материнка накрылась, да? Ну да. Прикасала жить долго. Да, короче, она стартует, но BIOS не запускается, винда не загружается, то есть темный экран и все. Попробую ее потом, когда будет зарплата, попробую отнести в мастерскую, найти какого-то толкового специалиста. Возможно, прошивка слетела, BIOS. Возможно, как... Ну, я не знаю, что там, короче. Надеюсь, что это BIOS слетел. А там посмотрим. Получится восстановить, восстановлю. Ну, жалко не столько материнку, сколько процессор. Там процессор хороший. А материнку, если брать оригинальную, там, оригинальную на этот чипсет, то она стоит бешеных денег. Хуйня бывает. Да, я пеняю, вроде, я так думаю, что это все-таки блок питания виноват. Он не тянет, наверное, эту материнку. Планирую в скором времени покупать помощнее блок питания. Возможно, что из-за блока питания материнка и накрылась, но я так подозреваю. Да не, я думаю, бля, как там, не, это не из-за блока питания, там, наверное, бля, что-то... Понимаешь, такое. Блоку питания уже больше 5 лет, он на 500 ватт, и я заметил на этой материнке, которая полетела, он очень сильно грелся. Возможно, что вот у меня был один разбой, перепад напряжения по ходу по блоку питания. И возможно, что вот из-за этого и пошли эти неполадки. Ну, я так думаю. Тем более, на материнке 4 месяца, что бы она так быстро сгорела? Ну, полетела бы, если бы не блок питания. Ну, посмотрим, отнесу в сервисный центр. Найду кого-то, кто нормально шарит в этой теме. Может, получится восстановить. Asus Rampage на 79 сокет дороговато, даже бэушный сейчас стоит где-то 300 баксов. Дорого. Ну, 200-300 баксов точно. Это ценник, нахуй, бля. Да, да. На старую платформу, да, не хуя. Ладно, что у тебя осталась старая материнка с процессором, бля. Ну да, хоть ну, какая-то, бля. Да. Хотя бы в его трек-симулятор поиграть на низких настройках.
Потому что остальные игры, ну, это что, полетела материнка, там почти все, ну, если не считать стрим, то у меня все на ультрах шло. Другие игры на очень хороших настройках, а на этом материнке с процессором я далеко не уплыву. Ну, это да. Ты Иберию покупал? Да. Инвент ты, конечно же, не хочешь проходить. Так, как ты шо, блядь? Не стоит на этом. Я прошел полностью. Вчера. Ну, ладно. Дай шо до девятого шо время, да, хранишь. А раз давайте до девятого, а не одиннадцатого? Или одиннадцатого, я хуй знаю. Ну, короче, дает раскраску, плюшевую рысь и... этого Дипашо шатается перед влево-вправо, понял? Нормально. Вчера пришел с работы. Думаю, блядь, пойду помоюсь. Короче, помылся, блядь. Захватил пивасика, думаю, а нет, надо, блядь, около компьютера посидеть. Посидел, блядь, в три ночи пошел спать, блядь. Нормально так посидел. Да. Блин, я за эти дни так отвык вообще кататься за рулем в игре. Сейчас еду, туплю. Я вчера, да, поиграл. Пока пивасика так жиранул чуть-чуть. Поиграл как бы. Закончил с пива, пошел спать. Нормальный ход. Ну да, да. Пошел нахуй, чучело, блядь, сигналит мне тут нахуй. Места ему мало, блядь, господину, блядь. Типа, блядь, мы не так ехали, блядь. В смысле, мы не так ехали? Что, больно, что ли? Ну, блядь, видимо, да. Ему-то место, блядь, еще было, еще одна фура могла, блядь, заехать.
Написал, что, типа, хотел сказать, что мы не по той стороне дороги ехали, что ли? Типа, надо было по левой стороне ехать, что ли? Нет, типа, ему места не было. Ну, я вот... Бред сивой кобылы. Да-да-да-да. Я ему написал, пусть, блядь, закроется. Блядь! Аккуратно там страшный русский проехал, блядь. Проехал. Мама болеет. Ты аккуратно едь, да? 12.89. Кто я? Ну да, испугал для меня. В смысле, я аккуратно ехал, я по позе полосе поехал, ничего не знаю, брату. Я аккуратно повернул, притормозил специально. Я вижу вас, я же не слепой, это же. Я просто испугался, блядь, да ты так завернул. Переживай, да не переживай, это я... У меня в ЕТС 1300 часов, то не переживай, я профи. У меня 1700, ну что сейчас делать, да? Ну, мы вдвоем профи, что ты понимаешь, ты видишь? Умей водить. Сколько накатал-то за все время? Понял, бля, грузин, он про, бля. Понятно. Что не спи, все четко, чики-пуки, бро. Удачи, ребята, удачи. А ты у нас тогда вообще, блядь, господи, да? Господ. Да не, у меня, кстати, не сильно много часов-то, если так смотреть. Надо глянуть будет, я просто не помню, у меня не сильно много. Про, блядь, ну сказал, блядь, тоже нахуй. Professional. Да-да-да-да, бля. А чё, бля, хлебопечка не заходит, бля? Интересно. Блин, у нас сегодня плюс 22, блядь, я в ахуе, нахуй. А у нас прохладновато, у нас даже сегодня снег пролетал. А, нихуя, блядь. Ну сейчас поменьше, сейчас... 19 градусов. Днем было пиздец, такая жарища, блядь. Хорошо, а у нас дожди-то такие холодные, плюс снежок прилетает местами. Да, что-то там не то, блядь. Должно быть тепло, как бы, блядь. У нас же, типа, скоро, типа, Пасха, праздник христианский. И, короче... Это всегда высчитывается так, что после Пасхи только начинается потепление. Вот потому у нас весна теперь поздняя, потому что Пасха поздняя.
что, на прошлой неделе конвоев не было, да? Не, не было. Я вообще 2 дня без компьютера сидел. Ну да, бля, это понятно. Ты видел этот геймкастер обновился? Нет, не обращал внимания, надо посмотреть будет. А что обновилось-то? Типа можно сейчас эту, как на OBS, можно ставить картинку. Ну, короче, стримишь. Слава богу, что она. Я понял, так, осторожно, там сзади попутка. Да и хуй на него, у него своя полоса. У меня своя. Тем более мы уходим. Блять, поляк тупорылый, блять. Лезет мою в полосу, блять. Нихуя, первый раз вижу на видюхе 70 градусов, бля. Да, бывает. Я у меня после 4 часов, у меня как бы сюда солнце, ну, как бы, в мою сторону, из улицы поднимается. Вот оно, блядь, нахуярило, блядь, ну, тепло, бля. Ну, ты, блядь, 70 градусов увидел. Ну, да, согрелось. А что я себя слышу? Это у тебя что, динамики работают, что ли? Нет. Наушники. Значит, какой-то глюк в Дискорде. Не, я отрубил. Ну, на материнку идет такая программка, типа Sonic Suite. Я отрубил всякие эти... Ну, чтобы уменьшать это громкость и так далее, когда, ну, допустим, ору громко. Я понял. Я их вырубил. А ты меня слышишь как, типа, ну, дважды или как?
Нет, я тебя слышу нормально, я себя слышу. Вроде как так у нас у тебя эхом отдается мой голос. Глюк какой-то, возможно, с Дискордом. Да, там... Ну, порой, не всегда, не всегда. Там в Дискорде есть функция, типа... как было? Типа... Это у меня шума? Да-да-да, что-то там такое было. Ее надо вырубать просто. Надо будет, блядь, звуковую карту покупать, блядь. Наушники нормальные, как бы. А вот звук, как, ну, сам по себе, как бы, материнка не выдает. Ну да, я купил эту USB аудиокарту. Помощь нужна. И я тебе скажу, я нарадоваться не могу. А он только сбежал. Вот уже, она очень классная, с регулятором громкости. У меня там вообще где-то на процентов на 76, может, на 60. Так, ну, накручен, потому что если я наполню, то я оглохну. Не, я хочу через этот, как его, не через USB, а через... там есть материнки такой, как шестигранный. PCI. Я помню. Да, я помню. Вот такой я хочу. Но они, сука, что стоят, ебаный конь, как... Такая, на более-менее под 120-130 фунтиков можно достать. Знаешь, сколько сейчас стоит 1060 видеокарта? Ну-ну. 1060, а точнее 1660, такая, как у тебя. Ну. У нас порядка $300. Так это что, нормальная цена? Ну, по моим меркам. Если... По моим меркам это очень дорого. $300 за такую слабую карту, это очень дорого. Ну, я покупал за... 220, ну, грубо говоря, 230, да, доставка, что там, 5 фунтиков было, ну да, 230. Да, у нас в свое время за $300 можно было 1070 взять. Так это я покупал, когда, а нет, она даже не вышла, я покупал полгода потом, ну как бы, ну да. Ну она такой бюджетный вариант был, как бы, ну и тем более такие игрушки, что я играю, она, ну, как бы тянет на ультра, как бы. Надо брать тогда. Ну да. Не, она нормальная, просто вообще игрушки цены дикие. Не успеешь, грузин. Да, понятное дело, блядь, ебучие майнеры, нахуй, блядь. Тормознём на заправке, блядь, ссать хочу, как конь, блядь. Ну, давай. Ша, минуту.
Я на месте. Я тут. А поможете?
Миша, ничего за тобой туплю. Чё? Чё я за тобой вместе затупил? Надо было в левой полосе проехать мне. Не успел за мной? Тут так не работает. А, ну да, бля. Да ладно. О, шумасшедшие таксисты тут тоже, блядь. По крайней мере, один из них. А, наблюдаю. Груз доставлен. Конвой закрыт. Кто там дальше нам ехать? Хамбург. Понял. Блядь, выкинул из игры. Ебутся, как ты, блядь. Я тебя вижу потом. Уже не вижу. Ну, блядь, расворачиваю игру, мне такая же, блядь, хуйня каждый раз. Давай, если что, я конвой открою уже в Гамбурге и закрываю тоже. Давай.
Что тут происходит? Открыть. Четко. Груз зацеплен. Удачной дороги. Пойди перекури, может кто-то еще подтянется, подождем немножко. А, давай.
я на месте. Каспер, ты тут? Я тут. Можем выезжать, наверное. Так, точки не было? Я не смотрел. 882 км, нормально. Блядь, у меня опять этот газ застрял. Ёбаный рот. Сейчас пройди. О! Явился. Кто? Хлебопечка. Ждем? Какой десяток? Блин. Не... Добрый вечер. А здравствуйте, Александр Сергеевич, с улыбочкой. Ты что, тоже Сергеевич? Да. Я Сергеевич. Ну, здравствуйте, Александр Сергеевич. Тёзки. Здравствуйте, здравствуйте. Чё, ждём тебя? Это как Асперского не будем слушать. Чё, там обновления было, не? У нас второй. У нас второй конвой, мы можем подождать, если ты хочешь, заходи. Ну, я захожу, да-да. Давай-давай. Находимся в Гамбурге. Зайдешь, приедешь, я тебе добавлю в конвой. Как оно, хлебопечка? Да пойдет, помаленько. Смотрю новости последние, и все, офигеваю, все больше и больше. Что там такое? А чего конкретно? От майнинга этого в основном. Суки, что тебе, бля? Так подожди, сейчас он уже добрались до этого, до жестких дисков SSD. Да, да, что-то я слышал, да. Дебилы, блядь. Крипту сделали, короче. Ну она уже, кстати, была. Только там, ну, как бы ажиотажа не это, не получила, а у второй сервер? Да. Что-то на втором 2000+, а на первом 600, что за прикол? Первый выкидывает, я вчера когда играл, там пиздец кикает. Да сейчас подымется еще на SSD диски, блядь, цены вообще будет. Космос, бля. Каспер, заглуши движок, пожалуйста. О, вашу шам легче стоило. Да ладно, блядь. Да я тебе отвечаю, реально, блин, наш. Жужжи. Да шо ж такое? Блядь, стоковый движок, как бы. Ой, блин, надо же. Знаешь, дизель не любит холостых ходов. Я понял. Есть такой персонаж, как Обкурыш. Точно, блядь. Второй у вас, да? Так точно. Ой,
Гамбург. Гамбург и... Так, Джи. Гамбург. Гетеборг. Ганновер. Проще вот так. Вот оно. Александр Сергеевич, вы в конвой добавлены. Отлично. Четко. Четко. Гамбург. Гамбург. По грузу пофиг, да? Естественно. Ну, пусть будет песто, как что такое песто, не знаю. Пофиг вообще. Поехал. Так. Давай. Так, подожди, куда мы едем? Зальцбург. Зальцбург.
понял. А, я, блин, не сохранил. Ну ты пиздец, раздолбай. Да, не говори. Что-то я там это, по-моему, меня кикнуло нахуй. Да. Кикнуло? Да. Песто. Каспер тебя кикнуло. Меня? Либо печку на... А, ну да, меня кикнуло. Ну вот я коннект из стаблишмент опять что-то цепляется. Да-да, то же самое. Что-то там брокен какой-то, броукен, что такое броукен? Ну что-то у них там крыша сломалась. На, у них, по-моему, вообще все ломается, на прошлом что-то появилось. Ну, первый вчера пиздец как лагал. Там невозможно было. Там под 1000 пинг был, бля. Так оно здесь тоже. Нестабильно у них сервера, короче. 68. Ну, мертвые, еб. Так. Ребят, я отойду на 5-6 минут, пока успеем, если что. Да. Отойду на 5-6 минут. Иди.
Так, я на месте. Что, газуем? Да. Короче, папаша выслал ту карту, может, помните, я вам рассказывал. Пришло на этот, на таможне Украины, теперь начинают мозг выносить, хотят, типа, пошлину сдирать, блин, потому что они эту нерабочую карту, походу, оценили очень дурово. Охуеть, да. А пидорасы, понимаешь? Что за карта? Видеокарта поломанная, 1070. Ее под... Да, да, он выслал две карты, одна из них гигабайтовская, одна кулерная, а вторая, короче, Colorful, китайский бренд, типа, и обе нерабочие, блин. Теперь начнется ебля с плясками, блин. Да, бля. Ты же не будешь платить за нерабочие карты? Смотрю, сколько оценят. Мне нравится, что ты что-то я не пойму. Смысл, ну, в чем там прикол-то? Что тебе выслали, и ты почему получить-то не можешь? Ну, пока еще непонятно, получить, не получить, потому что они, да, посылки есть, у некоторых посылок своя стоимость. Они могут на Алиэкспрессе смотреть цены. И по этим посылкам. Какая разница, какую ты посылку там получаешь? Ну им госпошлину что содрать надо, понимаешь, бабки-то драть надо со всех, кого хотят и не хотят. А при чем тут госпошлина и твой товар штучный, причем? Ну потому. Как тебе объяснить? Ну блин, тяжело мне объяснить. Короче, пидорасы. Ты же там не партию заказываешь, а штучный товар. Какая там госпошлина? Чего запрет? Есть определенные... ну, короче, они вот посмотрели, ага, видеокарта. Знают, что сейчас видеокарты дорого стоят. Посмотрели на Алиэкспрессе стоимость этой видеокарты. Если она превышает больше 200, там, или 100, или 100, или 200 баксов, я не помню точно, то они могут въебать налог за, на эту карту. Охуеть, бля. Так, стою на красном за каким-то долбоебом. Ну вот так. Даже с Алиэкспресса, если заказываешь определенный товар на большую сумму, которая, ну, не доп... ну, есть определенная сумма, которая допустима, и не надо оплачивать таможенный сбор, так сказать. Блядь, тупят, суки. Начинаются серверные глюки, блин. Нормально. Но меня выкинуло, походу. С connection is enabled. Короче, ну, заключил сервер. Сколько? 80, давай поедем. Потихонечку. И хлебом пешка накикнула, блин, передо мной. Ну, короче, опять начинает сервер глючить. Просто исчез, я? Блядь. А, во. Вот у меня написало. О, походу у меня authenticating. Тогда еще. Ты только 8, 80 едь, а то сейчас приконнектится и где-нибудь тебе. Сервер, походу, ложится. А ну вот... правильно сюда нагрузку. Вот, у меня connected establishment. Сейчас вот, клипопечкин появился. А ты впереди? Спереди, да? Не, сзади. Сзади? Я сороковой в очереди. Нихуя! Угу, заебись, бля. Что такое песто? Хер знает. Причем что по-английски, что по-русски песто. Что такое песто? Пизда. Не, не. Пизда серверу. Такое я не вожу. А ты где сзади-то? Так, я появился.
А каком вы километре? 809. 830. Ну догоняй, 80. Вот я тут. Понял. А, вот он. Кто он меня ищет, ищет? Где я, бля? Да я что-то в задние зеркала тебя не вижу нифига. Пока вытащи, нет, задние, нет, задние. Короче, какая-то черная полоса у меня по ходу. Началось, блин. Я к ним материнка пожелала гудбай, гудбай, блядь, тоще, блядь, ебут на таможне, походу, мозги сейчас начнут выносить. А чё, ну ты объяснил, ценённый. Да как я объясню, в Киеве пока находится, я вообще в другом городе, я в центре Украины, а это в Киеве, в столице, сейчас пока находится все. Я не знаю, если, может быть, они пришлют, делают оценку, могут прислать потом на таможню в нашем городе. Через эту таможню все это потом будет проходить, и потом начнут просить запрос на документы и подтверждающие скриншоты, что то или иной товар стоил столько-то. Ну, как вариант. Батя один скриншот выслал этой карты 1070 китайской. Куплен еще в 17 году за 24 с чем-то тысяч рублей. А второй, говорит, я брал с рук. То есть на нее никаких документов у меня нету, ни чеков, ничего. Короче, весело. Посмотрим. Они ломаные, да? Их надо, да, они ломаные. Там, короче, битые. Каспер, что ты встал? Ты восстанавливать их собрался? Ну, планировал. Мысли стал, бля, я еду. Короче, я понял, я вас догнал. Вы стоите у меня на месте. Я опять вылетел, да? Да, вы оба встали. Ну нет. О, теперь я вылетел. Заебись. Вот так и нет. Короче, еду. 90. Едь уже как-нибудь. Поехал тоже 90. Ой, блядь, Любовь звонит, сука, не могу поднять. Кто звонит? Любовь звонит. Твоя, что ли? Третья из них всех. Которая это, как это, Синтия? Не-не-не, та уже, блядь, не, прошлая. Все. Да. Пропала. Пришла Любовь, завяли помидоры. С языка снял прям. Ой, блядь. Почти заехал в бордюр, бля. Скажи, блин, тут важные дела у меня срочные были, не мог отвлечься прям вообще. А это третий сервер вообще работает, он есть? Там аркада, по-моему. Нет, и третья симуляция что же была? Хрен. А я что-то не смотрел даже. Я видел, что там на первом 600 человек. О, грузин, и... грузин 135 метров от меня. На... сзади или спереди? Сзади. Сзади.
в горочку подсаживаемся. Сколько тонн у тебя? 15. Нихуя себе. Он мощный, да? Мазохист. Песто. Мне чтобы взять компьютерный процессор. Да чё? Грузин, видимо, уже довёсся, бля. Я, блин, вообще это разные всякие беру, грузы, блин, интереснее. Хотя с ним. Кто взял больше поезд, блин? Не, поезд слишком тяжелый для моей машины. А он там или пиздец. Трансформатор какой-нибудь. Я боюсь, не покинул. Или кабель этот большой. Мне только если это оси добавить, тогда можно взять. Да не, тебе надо добавить, блин, на коне немножко, а не оси. А коней тут что? Фу... потолкнуть хлебопечкин? Что такое? Ну я что сделал? Я пытаюсь. Горочку. У меня беда с горочкой. Там, по-моему, кто-то на это стоит, на дороге. Mm-hmm. Лишь бы не на нашей полосе. Внизу стоит. А, внизу, да. Нам бы добавить скорости. Что, давай 110 поедем, чё? Ну да. Давай. Без проблем. Нихуя, 116, бля. 120. Нихуя ты баклажан. А ты думал. Тебе не письки на запорах рисовать. Сука. Ну у меня 5 тонн, бля. Сравнил, бля, 5 с 15 тонн, бля. А у меня вообще 3. Ну да. Потом гору, блин, 104. Ах, уверенно, 110. Пошел вверх набора. У тебя сколько, 750? Нет, 730. А у тебя что? А, у тебя же скамейка. Естественно. Да-да, тут-то, по-моему, вообще 500, по-моему, или сколько? 500 с копейками, маленько, да, там? Маленько, максимально. А вот этот новый, Реношка-то, это там движок тоже слабенький? Такой же самый, просто они морду поменяли, все. Ну да, бля. Добавили там лошадок 600 так, 650. Ну да. Ну его же в этой 1.30 ведь же нету, только в 1.40 он, да, вроде работает. Да-да. Так само, когда, как инвентарь из инвента Иберии, он на 1.39 не работает. Она не видит эту инвентарь. В том же, да, Иберия нужна. Ну да.
смысле Иберия? Если грузовик, Иберия нужна? 1.40 должна быть у тебя. О, ну это понятно, что 1.40. Не, он имел в виду про ивент. Где этот? Ивент, да, ивент должен быть Иберия, и без Иберии этот... Скажут, вот эти плюшки там, рысь, это плюшевая раскраска и, короче, этот, скажи, я скажу, господи, качающий головой, короче, клоун какой-то там, он недоступен в 1.39. Да, ну мне нафиг не надо, рысь. Не, я прошел цей ивент, прикол, но раскраска так себе, особо ничего такого примечательного нету в ней. Какая-то она такая нечеткая. У них четкое все за это отдельно продается. Ну да. Так, на шарка. Гандоны. Ой, блядь. Страшно. Ага, обосрался, блядь, почти. Изи катка, ты чё? На клаве-то да, да, бля. Нет, я не на клаве, я на джойстике играю. Нихуя. На клаве бы я бы точно врубился, но. Я бы точно, да, тоже. На руле-то вообще легче легкого. Не, просто, блядь, форсит-бека добавил, ну, побольше, чтобы как бы, ну, чувствовать машину. Он как бы заруливаешь, он сразу руль как бы, ну, обратно идет. Потому что на скорости идешь, да, он да, его да. И толкает обратно. Опять, короче, я походу вылетел. Нет, ты сзади 140 метров. Значит, сейчас вылетим, потому что передо мной все встали уже. А, все, двигануло. Еду, если что, в левой полосе. Там попутки еще две, он впереди. Да, две попутки, там где-то поля. 20-й в очереди. Блин, я не могу понять, что за прикол, блин. О, появился. Впереди авария. Ох, попу. Сука, блядь, дебилы, нахуй. Горные олени, блядь. Я пошел нормально слева. Я тоже успел, бля. О, блядь, грузин, грузин несется сзади. Это 16, давай, давай, топи. Нет, дафиг 105-й старый, вот этот, блин, вот он раскочегаривается вообще. У него там турбонадув этот, блин. Он прям, будь здоров. Ну, мне нравится там эта панель. Ни хрена на ней не видно. На 105-м, да? Да. А, ну да, там маленький дисплейчик. Там скорость не видать ни хрена вообще. Это все слитные цифры какие-то.
что, отстали что ли или что? Не-не-не-не. Едем, едем. Да, вон. Надо будет, да? Чё? В смысле левее? Да я говорю, все левее, левее что-то едем. Ага. Это странно. Ебать, это айфон. Ну да, чё. По звукам узнаю. Куда ты, хлебопечка? Ага. Да, блин. Бордюры целовать пошёл. Здорово, Данил. Что за Данил? Новенький. Мы сейчас едем в Зальцбург. Второй конвой. Я понял. Я на третий подойду. Давай. Ебать, как дало по ушам-то, ёпта. Звенькает тут. Выключи, поставь на беззвучный свой айфон. Огрызок. Да-да-да. Нотки вот эти вот, корыстной зависти. Какая там зависть, господи. У меня Xiaomi, мне его хватает с головой, а айфон для меня это дорогой фонд. А у тебя какой? 12. Нихуя ты баклажан, бля. Мажоры, они такие. Угу. Баклажаны, они такие, да. Московский баклажан. Да-да-да. Все, понеслась, бля. Пизда по кочкам. Пизда по кочкам. Я-то так сижу, балдею над вами. Молодец. Стим 2 тебе 5. Чё, 5? Яблок? Давай. Полугрызанных. Сухариков. Я не против, да сухариков, да без разницы. Пожрать мы себя любим. И поспать еще ты любишь. Да. Это... А ты типа не любишь, да? Ну как сказать. Я в выходной день встаю где-то максимум в 8-9 часов. Нихуя, блядь, что-то рановато.
Ну так, на работу встаю без 10, не, в 6 часов встаю, ну по нашему времени. Я в 5. В 7 я уже на работе. Я 6:30, ой, 6:30, то есть. Ну, тебе ехать, наверное, хер знает куда и сколько. Да не особо, 30. Ну, у меня где-то, ну, где-то тоже, грубо говоря, получится ехать. Как говорится, 2 индийской песни на месте. Ну, тот самый. Только у меня индийских песен нет. Надо для прикола. У меня их тоже нету. Врубил на всю и поехал утром. Джимми-джимми, хача-хача. И эту Хари Рама Хари Кришна поставь, будет вообще весело. Ну да, да. Там народ на остановке охренеет. Скажешь, что за дурак, блядь. Че так сразу дурак? Может, ты вообще там буддист какой-то верующий? Поржет. Не, ну я видел тут как-то это, по улицам проходили вот эти. Хриит как-то немножко. Хриит, это как-то сам ты хриит, эти, глядь, кришнаиды. Кришны, короче, эти. Да, кришнаиды. Песни пели с баянами. Хари Рама, Хари Кришна. С ложками. Хари, Хари, Хари. Раздавали мне какой-то шарик из теста или что это, как это непонятной консистенции пытались дать, но я что-то отказался. А в шарике говно. Все может быть, поэтому я его не стал брать. Непонятно, где они его там катали, где они его валяли. Как поезд, да, бля? Поезд у виска пролетел. Ну, поездам-то, видишь, им надо на переездах на летух лететь. Вот они и так получают. А тут прямо на встречку, бля. А? А тут прямо на встречку такой гудок, бля. Началось. Проснулся, бля. Страшный человек, страшный. Не, я сегодня на работу не ходил, я сегодня поспал. Но я проснулся. Да. Зашибись тебе, бля. Поспал он, да, бля. Слышно по тебе. Рот как крокодил раззявил, бля. Да просто раньше я работал всегда, блин, с 8 до 5. А тут, когда переехал, третий год, с 7 до 4, вот без 15-4. Я вот к этому графику, ну, до сих пор вообще не могу привыкнуть. Для меня это сложно будет. С 7 работать. С 8 зашибись вообще. В 6 встаешь, а вот этот час доспать, это, блин, прям. Что за торможение, блин? Ну тут хлебопечка просто, блядь, тупит. Ой, заговорили-то как, глядите-ка я, ну. Сами-то давно научились это грамотно поворачивать. Грамотно? Ой, да, блядь! Да, именно грамотно. Блядь, не как блядь, вот блядь, ты вот сейчас. Да ты, блядь, да, просто да. Ты залагал, чё, блядь? На карту-то не смотрим, да, вообще, поворот. Нет, ты просто залагал, блядь. Тихо, блядь, чё он там хрипит, блядь. Я вообще не дёргался, да. Без проблем. Без проблем? Да. Груз доставлен.
по-твоему, no problem? No fucking problem. Не знаю, что такое fucking. Ой, блядь. Ну, типа того, да. Блин, надо на SSD перенести игру. Ты не перенес? Я уже давно перенес. Да мне как бы это... GPS... Я перенес основные, которые там ПС-ка где-то, чтобы быстро действовали. КС-ка, овер. Что-то еще перенес, не помню. Конвой закрыт. Так. Франкфурт на Майне. Си. Так, теперь мы повезем Силика. Нет, Силика. Блять, 20 человек в Франкфурте, блядь. Силика, пусть будет Силика. Попало. Что-то километраж там маленький. Что-то совсем маленький километраж. А, там с точками. Душа ничего еще не смотрел. Ну, блядь, осел тупой, блядь, что он делает, блядь? Дебил, блядь, турк, блядь. Так, пацаны, мне надо отойти, сейчас скоро буду. Подождите меня, если что. Так, что там за база-то в ВГС? Ого. Что там народу, блин? Ты именно на той базе-то хуиши. Ну. Так а чё все тут тусят? Это дефолт. Блядь, 20... Чё реально? 20 FPS, что за бред, блядь? Комп тухнет, помогите, блядь. Да какая-то игра вообще стала, блядь. Я хуею, кто-то хуишь, блядь. По требованию вообще должно летать. А тут что-то вообще какой-то бред. Ясненько. Же все на первом сервере тусили. Почему вдруг сейчас на втором людей больше, чем на первом? Там пинг высокий. Я вчера, когда в ночь, ну, потому что ночной смены заходил, там пиздец творилось. А, ну, интересно. Там, короче, кикает все время. Невозможно ехать. Понял.
что там такое было, хлеб, пёшка? Зачем меня въехал? Урод не смотрит даже, положил меня на бок, я на круге был, а я на бок лёг. Короче, не пидорас, а пидорасина. Ой-ой-ой! Чё за звуки такие? Да, это эмоции. Груз зацеплен. Удачной дороги. Дед мне комп говорит, чувак, блядь, выходи из игры нахуй. Не, надо другую базу найти, блядь, или где-то стать, блядь. Давай на сервисе ставим, ну, станем. Там, блядь, народу поменьше. Блять, груз то надо взять. Я уже ждал. Ну да, берите груз тогда, блядь. И СТО тэпнемся. Ну, мне нормально, вообще не лагает. Ёпта, сколько. Так, Франкфурт на Майне, Берлин, да? Да. О, двойной. Вот этот я беру. Пальбом. Вообще. Так. Нет, это стрёмный. Те там спрашивают, кто первый был на кругу, типа. А. Ладно, я курить. На понт пацана взял. Рэгбан. Я сразу никогда не кидал ничего. Не писал, блин. Ой, а я куда поехал-то, ё-моё? А я уже поехал. Короче, я у вас это... поехал.
я вас за этот за городом подожду. Хорошо. Блять, где там точка, сука, нихуя не видно, блять. Восемьсот девяносто должно получиться по километражу. Алло. 586. Сколько? 586 показываю. С точкой. Конвой с точкой. А. Ну, зашибись, чё. А я-то без точки поехал. Так. А 890 я? Должно быть примерно. А ехать мы должны через кассе или как? Да, где карта-то эта долбанная? Короче, едем, не заезжаем в Кёльн по четвертой трассе. Получается, кассе. Кёльн и 4-я трасса, и потом на 45-ю выезжаем. 890. Ну, я уже отъехал же от города. Ну, где-то так, да. Через Дортмунд. Сейчас, покури, сейчас покури пока. Дортмунд, Ганновер выше и Магдебург. Да, 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 да. Ну ладно, я и там поехал. Покури пока сейчас, скоро выйдем. Сколько должно быть? Я получилось 890. 850, ну, короче, 90, хуй. Так, сейчас я в туалет сбегаю, еще приду. 824, да? Да. Если что, я на СТО стою, то там, блядь, жутко лагает. Ебать, 13 FPS, нахуй. Ага. Вот это, я понимаю, что трехъядерник, да? Грызина. Да-да. Какая боль, бля. Вообще. Ну да, мне еще стрим идет, бля, это тоже шоу минус.
Ну чё, где? Сейчас, минуту, подожди. Сейчас. Вы хоть выехали или чё? Нет, ещё не выехали, сейчас. Да нахуй, 12 FPS, блин. Я вы... Каспер, ты где? На СТО. Понял, сейчас я по маршруту где-то выйду, может, с Лебопечкиным встречусь. Чё на СТО? А на базе кто стоит? Я? Давай потихоньку рывками выбираемся из этого ада. У меня даже когда вот этот большой конвой был, ну совместно, у меня так не лагало. И блядь. То так не лагало, да. Это, блядь, знаешь, турки виноваты, нахуй. Писюны, блядь. Так, походу грузина вижу, да. Стою на светофоре, не спешите, будут пиздец. Такие лаги у меня давно не были. Это боль и печаль. Вообще. Я на автостраду вышел. 661. О! Всего 50 FPS стало. 27-30. Не открыли? Конвой открыли, открыли. Кого ты будешь ждать? Так, где, да нет. Где там Хлеб Печкин? Хлеб, где ты? На каком километраже ты? 851. Ну ты даешь. Ого! Даня на скане, ну вот это прикол. Шо-шо, Даня? Даня на скане. Непривычно. А что тут прикольного? А он на Мерсе был. Ну так... Не постоянно же на Мерсе гонять, как я. Поднялся. Ага. О, сразу, блядь, другая картина, на. Давай Хлеб Печкин газуй. Чё, уже? Ну, естественно. Поехали! Чей двойной прицеп сосиску тянет? Деньги, деньги. Бабосики. Какие деньги, бабосики. Вас? Бабосики. Всех денег не заработаешь. Ну-ну. Ну-ну. Капот. Саша, у тебя что за прицеп из ТВСки какой-то? В смысле? Ну он у меня полностью серый такой, некрасивый, я хотел бы... Хлеб Печкин, ты куда поехал, блядь? А мне тоже туда ведет. У меня тоже там ведет. Тоже? Да. У меня идет вообще, блин, по этой развязке, я хрен его знаю. Так а чё, за кем мне ехать? Да поехали уже как-нибудь, хуй на него. Разделились, два туда, два туда. Так я, блин, меня сюда и ведет, я не знаю, куда его там поставили, блядь. Ну меня тоже сюда ведет. И меня туда вело. Ладно, едьте уже как-нибудь, мать его за ногу. В натуре, в прокуратуре.
845 км у меня остается. Посреди таблетки стоит, будь аккуратным. Прям средний и правый занят. Левый проезжай. Вижу. Короче, едем 110. Блядь, создал конвой, нахуй. О, вазик, блядь. Я же сказал, там... Ну да, да, да. Пенёк прирос. Это не вазик, а УАЗ. УАЗ, да. УАЗ. УАЗ. УАЗИК. Таблетка. УАЗИК. Буханка. Да, да, да. Буханка, скажу, буханка. Буханка. УАЗИК. УАЗИК, ПАЗИК и УАЗИК. УАЗИК, да, УАЗИК, братуха. УАЗИК, ПАЗИК и УАЗИК, местные авторитеты. УАЗИК, братуха, ёб твой, бля. Чё-то я вообще прям упал, блин, скорость 80. О, пятую дал, бля, пошла, бля. Осторожно, Фэтон, в правой полосе тело появилось. Вижу. Тело, бля. Съезд справа. Съезд справа, да. Да что за город-то тут, блин? Серый прицеп, я не знаю, сказал, ДЛС-ка Крона. Крон или Шварцмиллер у тебя должен быть, чтобы ты их видел. Но желательно и то, и то. Понял. Эх, Любечин, у тебя поворотник застрял. Чё? Поворотник застрял. Моргает. В смысле? Ну, на туре, говорю, бля. У меня выключено его. Сам такой, да. Едет, пищит, что. Сейчас чё? А, нормально? Во, во, погасло, бля. Так, встречки, осторожно. Чё-то, блин, капец, всё в гору, да в гору, блин, чё за бред? У тебя что, двойной прицеп, нахуй? Чё за дороги-то, блин? Ну, а? Понеслась. Пошла вниз, бля. Пошла, а, сейчас, да. Сейчас опять наверх пойдет. Не ссы. 119, 120, давай, родной. Приехал, бля. Все. Нихуя тянет, тянет у тебя, бля. Вообще мощный. Ебать, на. Кого чайник кипит, блядь? Бля. Ты что, в кухне? Ты что, в кухне сидишь, что ли, играешь? Не, у меня кухня вообще далеко. А чайник где? На плите. В кухне. Мощный чайник у него. Мощный. Свистит, чтобы даже соседи услышали, нахуй. Сняли, пришли. А то я слышу, блин. Ну вот, приди, иди сними тогда, раз услышал. Кто первый услышал, тот идет и снимает. Сейчас. Вот здесь точка, кстати. А ты поехал по сокращенному пути. Ты эту точку не поставил. А у меня тут... Какого? У меня тут вообще идет типа как узкоколейка. Я не знаю, что у тебя там за путь. А, да, вот, у меня тоже точка. Ладно, забейте хуй, блядь. Ну его нахуй. В натуре, бля. Больно же, ебать. Смотри, с двумя прицепами тоже прёт друг. Ебать нахуй. Испугался? Да не, подальше, ну, мало ли чё-то. Зато мы тут сейчас тут покуролесим, блин. Чё? Зато мы тут сейчас покуролесим, Алёха, по узкоколейкам, но извилистым. О, да.
пожалуйста, ради бога, чё? Чё в ваших руках? Осторожно, встречка. Хуя, это чё там такое? Ты видишь это? Да-да-да. Ты как покрутился, да? Вот бойник летел, бля. Такое как это, как люстра заморгал такой, да, понял, да. Это сверху, блядь, фонарями, да. Привидение, бля. Да. Чувак, блин. Хоть не скучно, бля. Ну да. Да, тут скучно-то не будет, ёпт. По дефолту едем. Да, да, да. Бибикай не хочу, но. Каждый ты второй, бля. Сломаешь. Да. Бибикалка не сломается. Да, не нормально. Воздуха хоть завались ее. Пока я. Ну, перни, блин. Пока едем, воздух-то есть, бля. Ну. Че ты соплявишь уже? Встречка. Сколько у вас сейчас километров-то едете? 662. Опа, я встал на ЖД переезде. Ладно, я притормаживаю, догоняю. Ну, мы быстрее доедем на 610. Я вас поздравляю. Не, ну, как-то странно, что это за маршрутизатор такой включился. Понимаешь, он точку так поставил, возможно, я неправильно поставил, потому что карту я увеличить не мог. Не точку, а сам конвой так создал, что реально я не могу приблизить максимально. Вот сейчас мы подъезжаем к своей, к точке, которую я ставил. Так а ты же скидывал в этот Дискорде. Я в Дискорде. Я ничего не скидывал. Это правильно, я через Дискорд смотрел, ни хера не вижу. Я создавал их. Ну, типа, через этот, ну, автомат. Автоматический конвой, да. Короче, во всем виноват Каспер. Да, да. Я понял уже, блядь. Палим бас. Косячник. Все, завтра, блядь, по дефолту тогда едем. Пизду вас, блядь. А мы сейчас не по дефолту едем, или что? Ты нормальный, давай конвой создавай ты. Ну ладно, тогда. От точки до точки, а не так вот это вот халтура. Так это не я. Халтура. Это не я их создавал, это уже автоматом создавали кто-то уже. Так вот я тебе и говорю, халтура. Это не ко мне тогда. А ты же этот маршрутизатор, этот навигатор, как ты называешь? Забыл. Погоди, на завтра какие конвои создавать? Можно по Черному морю? У кого есть, у кого нет? У Дани нету. У меня нет. Пофиг вообще. Италия, Швеция есть там? Италия, Швеция есть. А. Тогда можно, в принципе. Мы Италию уже сегодня прокатали, может, ну и нахер. Давай Скандинавию куда-то там, с центра до Швеции, Скандинавию, ту в сторону. Да, можно. На Черное море мы вообще практически не катались. Не мы, а ты. Ну, я. Мы уже катались. Один раз? Да не. Три раза было. 3-4 раза точно. Нифига. А это этот создавал, как его? Фролекс. Вот. Человек, видишь, задумался, что надо разнообразие. Ой, блядь, заговорил он. Да, да. Да тебя не пеструшит начальство, блядь. Ты расслабился там вообще. Да, ты где? Должность. Догоняю 110 тысяч. Давай тогда. Я 60 еду, осторожно. Тогда давай завтра сделаю один конвой по Черному морю, а остальные там, ну, поверху. Тогда делай первый-второй конвой дефолт. Там Скандинавия, у Дани есть Скандинавия. А третий, если что, сделай уже тогда Черное море, потому что Дания третий конвой, я не знаю, наверное, спать будет уже. Да, я редко на третий хожу очень. Да. Да. Так что третий делай тогда по Черному морю. А сейчас же мы третий едем. Да, ну сейчас могу, сегодня суббота. А, выходной. Только завтра воскресенье, чё? Да, то именно поэтому я сегодня, я сейчас ночью сижу, у меня сейчас час ночи. У него как у этого...
Блядь. Вейдера. Вейдера, да. Вейдера. Догнал. Газуй. Крой свободный. Вперед, что ли? Что? Вперед тебя, что ли? Нет, кажу, газуй, блин. Круиз свободный, а там будешь ты впереди или сзади, мне, честно говоря, без разницы. Понял. Хочешь, есть впереди. Ну, хлебопешкин, блядь, тебе потолкать? Какая разница, где разбиваться? Ты чё толкать? Ты сам себя толкай. Подожди, я разгоню сейчас, как сейчас разгоню. Да, блядь. Ну, потом. А, Даня, у тебя же дефолтный, да, движок идет? Встречи. 720, по-моему. 730. Встречи, осторожно. Ну, после Мерседеса, где там сколько было, 500, что ли, с лишним, это вообще хорошо. Согласен. Конский двигатель, да? Ну, у меня первая машина была Scania на 730 сразу, и мне очень нравилось. А потом подсадили на моды. Кстати, вопрос такой. Вот новая Реношка, она покупается по новой или ее можно вид изменить, типа как вот кузовщину? Вид изменить. Можно зайти и свою уже готовую, просто да. Этот кабину поменять. Рестайлинг делаешь и все. Ага, ну круто. Нихуя он ушел, блядь. Там ксеноновые лампы, блин, там какие-то, короче, вот эти мелкие детали добавляются. Ну, в принципе, особо там какого-то особого различия нету. Просто, ну, фары там, кое-какие мелкие детали, там, каемки там тому подобное отличаются. А так, херня, блин. Ну, чуть-чуть такое злодейка стала, блин, ну. Ну, типа, да, такая узкоглазая, блин, хуйня. Китаец. Французская санина, короче. Злой француз. Злой француз, да. Чё там? Пыль глотаешь, что ли? А? Ай, блядь, нихуя уже. В горку вниз пошел, блядь. Молодец какой. 123 с горочки, так. Даванул. Дал и ушел, блядь. Да. Педальку притопил. Сейчас, погоди, горышка-то будет, да? Ждет, блядь, теперь отомстить. Я тебя бортовать буду. Так нельзя делать. Чё это? Эти, блядь, ну это противозаконно. Никаких правил на дорогах, никаких правил. Пока менты не видят, никаких правил. О, горочка, все, обгоняй. О, все, блядь. Настало твое время, бля. Вообще не хочет ехать. 197. Ууу, что-то вообще пипец. У меня 109. Даже ты просаживаешься. Ну, у меня 9 тонн. Не, у меня сколько тут? 17. О, ты еще нормально дышал, бля. Да нет, до хрена все равно. Не, вот эта вот Scania вообще, она не та, что тут моя старенькая, вот эта вот топ-лайн. Она, блядь, нормально идет в горку. И там тоже, блядь, 730 кобыл, как бы. А ось? Ну, та же самая, задняя, ну, поднимается. 4 на 2 и 2. Ну да. Подъебнулся. Ну понятно. Нет, ну, короче, вообще-то больше. Ну да, ну старье лучше, чем новое, да. Не знаю. Да я вот как-то скамейки, у него тоже такой циферблат мутный какой-то, блин. А у меня. Самое такое удобное это Мерседес. Самое удобное это Мерседес и Рено. В которых реально панель удобная, цифровая, видно все. Да на Мерседесе просто включаешь скорость. Ну, в смысле, да, там включать можно на, это, на бортовом. А на Рено она это, стандартно идет. Вот ее бы можно было бы вот, торпеду перенести туда.
какой-нибудь Вальвак или да на любую другую, блин, было бы вообще шикарно. Хотя моды есть, которые вот DAF переделывают торпеду немного. Ну, как она, вид все тоже, только вот вместо бортового там показывается скорость, потом круиз, по-моему, и еще что-то. Короче, более удобная инфопанель такая становится. Да, у меня стоит вот круиз, как бы, блядь, могу переключать. Ну, как бы я вижу, сколько она сейчас потребляет. Воздух, все это хуйня вижу. Да, блядь, просто уже привык. Блядь, у нас тут такая движуха, пиздец. Да у нас тоже тут нормально народ. 8 человек в табе, да, бля? Как слышно? Смотри, я хорошо слышно. Порядок. У меня все машины встали, и ты в том числе. Все просто стоят. А, да это езжай, ты езжай. Вылетишь. Езжай. Не парься. Вылетишь, залетишь обратно. Это глюки сервера, так что едь, как ехал. Сегодняшний глюк такой, эксклюзив. А переподключиться в мультик нельзя, не выключать? Он тебя переподключит. А, понял. У меня такой один раз вот, при заходе что-то было, и все, я потом нормально. Починилось. Проблемы на серверах. Да-да. Бибикает, блядь. Немец. Фашист, ахтунг. Ну ты, блядь, ебанул, грузина. Напиши на этом 19 канале, скажи ему, и Хендехо Гитлер капут, блядь. Ах, что, чтобы он приехал, блядь, уничтожил меня, блядь, по IP-адресу нахуй. Чё, блин, ну ты наивный парень, какие нахуй IP-адрес ты шо гонишь? У тебя статика или динамика? Статик. Всё равно похуй. Блядь, хуй знает. Вычисляют в основном по MAC-адресу. Как бы, не, ну тут, как бы, хакеры очень такие, ну, осторожные, бля. С такими вот, если... И есть, ну, находит какой-нибудь киберхакера, то тогда ему пиздец, блядь, они сразу вычисляют его. Ну, как бы, мой провайдер, типа, обещает, что у меня, как бы, 100% защита есть. Ну, так в договоре написано. От чего? От хакеров? Ну, да. Типа. Да, ну, бред это. Ну, да, да, я же понимаю. 100% защита, ёпт. Сейчас даже, блин, а у самых таких навороченных этих программ и всякой техники, и то 100% защиты нету. Да. Презерватив тебе 100% защиты не даст, а провайдер тем более. В натуре, бля. Он даже иногда рвется, бля. Когда высохнет. Где живет, а что знает, а? Да было дело. Мы были в нечаянности. Да, личный опыт это, конечно, мощь. Да. Лучше такое не повторять вообще. Так, у нас 160 осталось. Угу. Ну, приедете, будете курить бамбук, ребята. Нам еще 297. Нихуя. Лада, седан, баклажан. Что-то мы жестко их обошли.
Вообще, вы, блин, поставили короткий себе маршрут, а мы поставили, я поставил себе длинный маршрут. Какой короткий? Я две точки, как вот на карте поставлено. А где там две точки? Я только одну увидел. Две точки стоит. Две, да. Ну, запись. Я вас куда поздравляю. Куда ты, хлебопечкин, блин? Я уже думал, куда собираешься, блин. Не-не. Да я просто на это, направо. На карту, точнее, посмотрел. Отвлекся с это. Там, монитор. Там выходит, вот, первая точка за... наверх. Франкфурт Майн. Левее. Да, левее. Вообще. А вторая выходит вниз, ну, по Берлину. А вторая выше Берлина, наоборот, а не вниз. Там, получается, да, да, объездная, ты вокруг Берлина круг делаешь и заезжаешь в него. Так. Да, 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 вокруг, да. Что, блядь. Глаза уже, все, блядь. Все перепутал. Ну, глаза, блядь, уже это... Короче, блядь. Вот она, кстати, вторая. Очень интересно, но нихуя непонятно. Вот она, вторая точка, кстати. Бля, бобикал на. Ну я только это не слышу никогда ничего, блять. Они уже проезжают. Рано. Пока найдет этот дудок. Поздно просыпается, да. Ну да. Тишина, вроде Берлин, блин. Что-то одного, сколько уже, сотню, наверное, проехали, блин, и одного только встретили. Зато у меня тут немцев, блядь, я дураков, блин. Не, у нас умные. Они до нас все равно не достанут. Тут забор стоит. У нас тут и немцы, и русские, блин, смотрю, в перемешку идут. Нихуя хлебопечкин поднялся, блядь, на гурашку-то. Чё, да я это просел, 104. А, не понял. 114, сейчас разогнался. Что-то какие-то круги, блин. Сейчас будут тормозить. Да, вижу, бля. Ну я где-то буду через... через 8 минут буду в Берлине. Да, 8 минут можно покурить. Иди кури. Да не, еще не иди, приехали. Иди. Еще не приехали, бля. Можешь уже идти. Машину в забор и иди. Ага. Ну, кстати, по-моему, где-то за городом. Это база. Вообще в какой-то пустоте. Нет, кстати. Да не, блядь. На окраине города. О. 17 игроков, охренеть. Хуйня у коня, бля. Да-да, куда хуй втягивается, этому в курсе. О, бля-ля. Желтый. А, я успел. Ну давай, заворачивай, либо печка. Да кто встречка может поехать? Да и хуй на него, блядь. Ну да, когда бочину тебе дадут, будет тебе потом.
Не ссы, бля, я так 100 раз делал. Да, да, да. Вы в бане последний раз, да? Груз доставлен. Да нет. Ту-ту-ту, пока нет. Еще не. Сколько у тебя попыток еще? Жизни, сколько у тебя жизни осталось? Ну, у меня, считай, 2 бана было. Ну вот. Ну еще, блядь. Еще 2 попытки. О. И пиздец, блядь. Да, 2 попытки и все. Unreallable connection. О, блядь, хлебопечками пропал, блядь. Там меня кикнуло. Ебутся в телевизор. Куты. Ну ладно, я хоть сдал. А зацеплять меня, по-моему, не собирается система вообще, да? Не, нахуй надо. System Unreal Connection. Что это такое? Останавливает гаишник-водитель. Ваши документы. Здрасте, я же их отдал вам на прошлой неделе. Вы что, их потеряли, что ли? Да-да. Херня. Блять, опять тут курит там нахуй. Очень интересно твои новости слушать, но сделай их потише, а? Курить. А нет, да. Вот они уже тут. Отбой. О, спасибо. Не, это. Марафон чая будет у меня сегодня. Так. Где ты, кто попечет? Кто ее, блядь, слушает вообще, ёпта? Нахер она кому обосрал? Ты заходишь, я вроде зашел. Да. Я вроде. Вроде что-то пытается законнектиться, но что-то не знаю. Boost мод. Что-то там connection. Опять кикет. 7-й в очереди. Я тоже выкинул из сервера временно. Ехал, нормально, сколько, все нормально было. 2 конвоя. Короче, собираемся на базе. Давайте идите курить, пока то все. Home connection, начинаю. Все, паспорт появился. Где-то там. По печке навижу. Поймай, чтобы закрыть хотя бы. Я все, я тоже зацепился. Ну, закрывай. Все тут. Не, подожди. А, не, есть. Все, да. Чайничек.
Слышь, хлеб. Чё, всё? Закрыл? Да, конвой закрыт. Закрыл.